Всем большой привет, мои дорогие. Просто хочу показать, что идет дождь. А мы с Джеффом оделись нарядненько. Я вам покажу, когда мы выйдем уже, в здание зайдем, я вам покажу. Сегодня у Джеффа очень особенный день, его сегодня будут награждать. Дождь, конечно, вообще ни к чему. Самое главное, что ничто не испортит нам хорошее настроение, потому что Джефф заслужил. Заслужил, чтобы его почивали. Правильно сказать, да? Почивали. За все, что он вложил в школу, за все эти 30 с чем-то лет. Мероприятие должно проходить в гостинице Мэриот. У них, наверное, там зал какой-то специальный есть для этого. Должен быть ужин. Еще, знаете, дедушка хотел приехать от Джеффа. Джефф отец, свекра мой. Очень расстроился, что... Ага. Очень расстроился, что не получилось у него. А это вот я. И он просил, чтобы я все сняла. Так что, если что, буду снимать как можно больше. Может, придется не переводить, не объяснять. Но я думаю, вам интересно будет по-любому смотреть. Я так нарядилась как бы по-серьезному. Джефф так волнуется. Сейчас я его покажу. Looking good, Джеффри. Вон тоже парочка какая-то идет. Бар какой-то. Ну, он talking to camera. Yes. Yeah, it's over there. Ага, хорошо было посидеть там около костра. Так, вот тут объявления какие-то. Да, смотрите, цветы красивые. Ой, пиджим. I see our ladies. Узнай. О, беременная учительница. Hello. Thank you. Excited? Yeah. Oh my God. Thank you. Very good. Народу много. Crowded, so many people. Oh, I see our legs. Ой, как фэнси, как круто. Так, у нас, я думаю, 5-й стол. О, так красиво, смотрите, салатики какие-то. Ой, так много народу! О май гад! I think our table is number 5, Jeff. 5. Yes. Oh, okay. Ой, мы, смотрите, в углу самом будем сидеть. О! Вау! О, Джейсон, he's not here. No, he can't come. So, this is just the box. I think that's the box. Nadia, where do you want to sit? On this side. Покажу, что уже есть. Мы сейчас пойдем... Купим что-нибудь выпить. Смотрите, такой турник, салатик. Ну, я тут жду. О, Джефф, литл... перекус какой-то пока ждут, я так думаю. Что положить на тарелочку? Is that October? Yes. Are you
Jeffrick, what? Let's see what you get. Okay. Oh, you can't see it because I have it turned the wrong way. Пиво для Джеффа и вино для меня. It's one of my favorite ones. Ага, Джефф любит, очень это его любимый. Так, ну-ка что здесь? О, сфотографируется. Ой, как громко. Ой, у нас будет директор сидеть. Вот смотрите, мужчина такой в клеточку, рубашка. Это наш директор школы. We did something like this, like for the wedding. A wedding, yeah. Хочу показать, какой уклоне сидит. Он у нас в школе работает, военный. Вот идет еще одна женщина, такая хорошая, она ее так любит ученики, ага, ее будут тоже награждать. Военный в какой форме, крутой. А, что, только три человека, значит, нас награждали. Директор что-то Джеффу дает. Ой, смотрите, народу много собралось, все подходит, подходит. Если я, например, вегетарианец, кто не ест, выбора нет, я буду есть только рис и это фасоль зеленую стручковую. Сначала поздравлять. Jill demonstrates a passion for art, continuous learning, has a growth mindset. Her enthusiasm inspires students to be more engaged and invested in their own department at National High School North. His name is Nicholas Ellis, MSDT USAF, what that means. And he works with the Junior ROTC program. Yeah.
wealth of knowledge and experience to his collaborations with faculty, staff, students, and their families so that students can be successful. Congratulations. He's also a year former cast member. I'm so happy for you. Give the people what they want. Сказать, что все, кто получил призы, поднялись на сцену для общей фотографии. Было для каждого, они дали по гифт-карт на Amazon на $100. Приятненько. Must have a card too that we don't need for. Да, еще директор карточку дал, открыточку. Do you wanna open now? Сейчас откроется, посмотрим, что там. Это сам директор. Ну так и громкие все. Oh my goodness, okay. Wow, yeah, it's like, woohoo! Ah, you need to put this on. So, signed by Nate, not like the assistant principal. Да. Все администрации подписали, классно. So cool, Джеффри. Иди, Джеффри. Вот и все, люди расходятся. Congratulations. Учительница школы говорит, увидимся утром. Ой, смотрите, они красивые такие. Я не знаю, все искусственные, настоящие. Музыка такая еще классическая играет. Я уверен, кто-то будет продолжать, отмечается. Вот тут вот сидеть в баре. О, музыка еще живая. Здесь дождь закончился уже. Ну-ка посмотрим. Вроде как нет дождя. Looks like it's no rain. Ну все, буду закругляться. Всего вам хорошего, мои дорогие. Пока-пока. Побежим в машину.